Хорошо, друзья, давайте перейдем все-таки к вручению призов и подарков. Начнем мы с билетов в Дом кино. Пожалуйста. Их получает Татьяна, которая написала нам... Спасибо ей за это. Спасибо ей за это. С праздником, Татьяна. Всех будем поздравлять. Таня, вот сегодня больше писали женщины, понимаешь? Сам себя не поздравишь, никто не поздравит. Да. И звонили. Иркутский областной краеведческий музей приглашает всех своих гостеприимные уютные стенды, пожалуйста. А особенно Нину, номер телефона заканчивается на 1501. Далее так. Кинотеатр «Чайка». Напомним, что у нас два билета каждый на две персоны. Один из которых получает Екатерина, номер телефона заканчивается на 3016. Так. А второй номер билет получает Алена. Екатерина, Алена, с праздником. Угу. И Светлана. Светлана, которая до сих пор не может отойти от песни. Получает... Я надеюсь, она отойдет к часа через два и сможет дойти до нашего холдинга, чтобы забрать свой подарок в Иркутский областной художественный музей. Согласен с тобой абсолютно. Так, билеты раздали, времени у нас еще есть немного, поэтому давайте узнаем о погоде на день сегодняшний.